Клип на песню «О родном крае» выпустила Виктория Цыганова. Съемки проходили на озере Амут. Подробности в следующем сюжете. Песня «Амур-река» написана 30 лет назад. Автор стихов – муж певицы, поэт Вадим Цыганов. Спустя годы у композиции появилось новое звучание и новый символичный видеоряд. Песня была записана по моей просьбе, написана, потому что я очень тосковала по родине, по Хабаровску, по своему любимому Амуру, на котором отдыхала, ловила рыбу с братьями, со своим отцом. Эти кадры сняты на Амуте – уникальном горном озере в солнечном районе Хабаровского края. Место считается одним из чудес Дальнего Востока. Учеными оно подробно еще не изучено. Это такое загадочное место, оно полно какой-то мистики. И вот мне хотелось в этом клипе передать некую сказку, как вот человеческая судьба и жизнь проходят испытания, но вот эти вот чувства, которые находятся глубоко в сердце, они никуда не исчезают. И в какой-то момент они возвращаются и возвращают нас туда, откуда мы ушли. В клипе появляется и янтарь с реки Амур. Это символ застывшего времени и молодости, знак влияния прошлого на будущее человека. В исполнение сегодняшнее я вложила все свои чувства, свою мудрость, может быть, опыт, который я приобрела за эти годы. Но безусловно и бесспорно в моей интонации есть любовь и есть искреннее отношение к своей родине. Клип Виктории Цыгановой можно посмотреть на YouTube-канале певицы. Вы знаете, для меня это очень теплая, добрая, светлая песня, как и сама Вика Цыганова. Вот она поет о звезде в небе. Мне кажется, что она сама звездочка. И спасибо ей за такую добрую, теплую, светлую песню. И самое главное, что песня очень искренняя. На самом деле, да, очень такой душевный клип. И слова пробирают прям вот до самого сердца. В этом клипе певица показывает красоту Хабаровского края и свою любовь к этому краю. Здорово, что человек из Хабаровского края стал популярным, продолжает популяризировать край вот подобным клипом, как «Амур» Вики Цыгановой, где как раз показываются красоты Хабаровского края. Ну и сам клип снят, в принципе, достаточно качественно. Анастасия Незнанова, Александр Марченко. Смотри Хабаровск.